Здравствуйте! В эфире телеканала «Юрган», программа «Случай из практики», в студии Екатерина Борж. Сегодня у нас в гостях начальник отдела КАМ, отдела по компьютерным преступлениям МВД Республики Коми Сергей Огородников. Сергей Ильич, добрый день! Здравствуйте! В современном мире изощренные преступники расставляют ловушки обычным гражданам в интернете, выманивают деньги через мобильные телефоны, воруют накопления с банковских карт. Как уберечь себя от таких посягательств и что делать, если это уже случилось, узнаем прямо сейчас. Телефон прямого эфира 51-67-67. Звоните. И еще один способ задать свой вопрос, рассказать о своей ситуации – это обратиться в нашу народную студию. Там ваши сообщения принимает моя коллега Евгения Лебедева. Женя, добрый день! Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Леонидович. Я приветствую всех телезрителей. Народная студия начинает свою работу. Я жду от вас ваших сообщений. Номер ICQ, как всегда, вы видите на ваших экранах. Спасибо большое, Женя. Дорогие телезрители, мы, конечно, ждем ваших звонков. Я думаю, ну так или иначе, либо посягательства были, либо вас, ну, кто-то, может быть, на 100 рублей обманул. Звоните, спрашивайте, как поступать в этой ситуации. Ну, хотя большую часть информации мы постараемся озвучить. Мы, может быть, заранее, до ваших звонков, какие-то вещи обозначим, как себя защитить. Но все-таки вот виртуальное мошенничество, так тему мы обозначили. Что к ним относится? Чтобы сразу же спектр наши телезрители знали. Да, я понял ваш вопрос. Виртуальное мошенничество – это те мошенничества, которые совершаются в сети интернет. Это не просто, если вас на улице человек обманул, а именно в сети интернет. Как раз наш отдел занимается всеми преступлениями, совершенными в сети интернет, прежде всего. Это основная цель нашей работы. К сожалению, с каждым годом все больше злоумышленников выходит в сеть интернет. Это вполне объяснимо, потому что где деньги, там и злодеи, всегда там и злоумышленники. То есть, а деньги у нас в основном сейчас в виртуальном деньги пространстве? Деньги сейчас все больше и больше, мы переходим в виртуальное пространство. Если еще 5-6 лет назад карты пластиковые были далеко не у всех, они были очень у небольшого количества людей, сейчас они есть фактически у всех – студентов, пенсионеров, у работающих людей. Если раньше платить в интернете через какие-то платежные системы были проблемы, сейчас нет проблем, огромное количество систем платежных, можно деньги ввести, можно вывести спокойно и пользоваться этим. Ну, это очень удобно, на самом деле. Я как обыватель рассуждала, ну, для меня почему-то казалось, что наибольшее количество вот таких преступлений – это мобильные телефоны. Сейчас у всех, даже у школьников у нас есть мобильные телефоны, приходит масса, там, не знаю, ну, по крайней мере, до этого, и я получала неоднократно смс, вот вышли денег, там еще что-нибудь. Я получал тоже, да. Вот. Да. Вы знаете, если мы возьмем цифры, сухую статистику, огромное количество подобного рода правонарушений фиксировалось в прошлые годы. Вот года 2-3 назад было, ну, был вал таких заявлений, был... То есть это уже устаревшая форма мошенничества, получается? Сегодня, слава богу, во многом благодаря средствам массовой информации, потерпевших гораздо меньше. То есть даже если злоумышленники звонят, если они присылают смс-сообщения, уже гораздо меньше людей попадается на их уловки, на уловки злоумышленников. Хотя злоумышленники не спят, они каждый день придумывают новые формы, новые способы. Они очень активно изучают все возможности подобного мошенничества, как обмануть людей, на чем сыграть, как вывести деньги и так далее. Ну, чтобы прозвучали первые рекомендации наши. Самые очевидные рекомендации, насколько я понимаю, если получаю я такую смс-ку, на нее не реагировать, в крайнем случае, если просит помощи тому человеку перезвонить, который я предполагаю, да? Безусловно. Какие еще варианты бывают и как реагировать? Вы знаете, я всегда говорю, что самый лучший способ не стать жертвой злоумышленников – это просто быть внимательным и разумным. Просто. Потому что большинство злоумышленников играют на двух чувствах. Да? На жадности человеческой, то есть вы выиграли приз, вам за это не надо ничего платить. То есть у вас там машина, ноутбук, центр домашний и так далее. Случайно совершенно. Да? И второе – это жалость. Вот на что злоумышленники, на чем они играют. Это жалость к родственникам по вашему беду, это жалость к каким-то больным детям, жалость к знакомым и так далее. И злоумышленники присылают смс, либо звонят от имени родственников, от имени попавших в беду и просят денег. Каким-то образом перевести, либо передать. Вот. Два фактора. Поэтому всегда нужно быть внимательным просто и разумным. И когда вы получили такое сообщение, либо такой звонок, нужно просто сесть, успокоиться и подумать. Все. 2-3 минуты, и вам все станет ясно. Вы всегда можете перезвонить тому родственнику, кто попал в беду. Он, может, сбила машина, либо его забрали в полицию, либо там у него нашли наркотики, обычная схема. Да? Либо ваш знакомый, якобы ваш знакомый пишет: «Я там Саша,
вышли мне там 1000 рублей, потом объясню. Да? То есть просто нужно подумать, какой это может быть Саша, и просто ему позвонить, не впадая в панику. Самый простой способ. Да. Есть у нас уже вопросы от телезрителей. Надеюсь, у нас телезрители по телефонным звонкам присоединятся. Телефон прямого эфира 51-67-67. Но пока вот у нас вопрос, точнее, из народной студии. Женя, слушаем. Вячеслав интересуется, какие банковские карточки более надежны для использования, с чипом или с магнитной лентой? Спасибо большое. Сейчас спасибо еще за вопрос. Очень многие совмещенные, да, насколько это, да, я знаю. Это хороший вопрос. На самом деле, наиболее безопасны карточки с чипом, безусловно, потому что это магнитная лента, это буквально вчерашний день. Сейчас все карты стараются выпускать с чипами. Там гораздо более устойчивое шифрование к взлому. И гораздо меньше шансов, что злоумышленники сделают копию с вашей карты. Гораздо меньше шансов. Но могу посоветовать одно, что если вы хотите платить в интернете, неважно, какая карта с чипом, либо с магнитной лентой, желательно иметь карту отдельную для интернета, для оплаты услуг и товаров в интернете. То есть, опять-таки, зарплатные или те, в которые основные накопления лучше? Да, у большинства людей сейчас есть зарплатная карта, у большинства людей есть карты кредитные, на которых есть средства банка. И, естественно, такие карты являются лакомым куском для злоумышленников, поэтому лучше всего, если вы активно пользуетесь интернетом, если вы активно осуществляете какие-то покупки в интернете, переводы денег, получение денег в интернете, иметь для этого отдельную карту, которую можно завести за небольшие деньги. На эту карту класть только ту сумму, которая вам нужна для той или иной покупки, оставляя там маленький резерв для курса валют. Естественно, всегда пользоваться СМС-уведомлениями, которые помогут вам не стать жертвой, либо вовремя заблокировать ваши средства, если у вас все-таки средства ваши похитили. Опять-таки, если получаю СМС-оповещение, что влезли в мою банковскую карту, в тот момент, когда я вроде бы этого не делаю, что я делаю? Какие действия предпринимаю? Вы берете свою карту пластиковую. На оборотной стороне имеется телефон банка, контактный телефон банка, по которому вам необходимо, чем быстрее позвоните, тем лучше, необходимо позвонить и, представившись, сообщив свои паспортные данные, заблокировать данную карту в связи с тем, что с нее происходит несанкционированное списание денежных средств. Затем вам необходимо, естественно, идти в банк разбираться и писать заявление в полицию. Телефонный звонок у нас есть. Примем вопрос от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас внимательно. У меня вопрос, как часто у нас в Республике Коми встречаются нарушения авторских прав в интернете? Я имею в виду несанкционированное использование в целях извлечения выгоды или без таких объектов авторских прав, как литературные произведения, журналистские и иные творческие. И насколько у нас в регионе развита судебная практика в этом направлении? И занимается ли ваш отдел расследованием подобных вот ситуаций? Спасибо большое за вопрос. Очень интересный вопрос. Вы знаете, в любом случае, вот если мы касаемся продуктов творчества не массового, да, какого-то, скажем, книга написана, либо вот, статья какая-то, либо фотография, в любом случае мы проводим проверки по заявлениям самих правообладателей, либо их представителей. Прецедентов, на моей памяти, за все годы работы отдела всего два, их не так много. Практика судебная имеется, безусловно. Имеется и по фотографиям, и по статьям, и по видеоматериалам. Ну, довольно-таки сложные эти дела, потому что они требуют экспертизы. Если мы возьмем обычный объект авторского права, программа, либо фильм, либо музыка, у нее есть средняя розничная цена. Для определения ущерба нам в любом случае необходимо определить, насколько авторские права нарушены. Это требование закона. Поэтому проводится экспертиза. Ну, в любом случае, если вдруг ваши права нарушены, вы можете обратиться в органы полиции. Естественно, мы будем проводить проверку по данному факту и материал направим в суд, безусловно, конечно. Есть у нас еще один вопрос из народной студии. Примем. Женя, слушаем. Пишет нам Юрий из Сысерского района. Мой отец купил в Сыктывкаре сотовый телефон. За неделю с его счета списали только за смски почти 300 рублей. Шлют всякие гороскопы, ссылки на программы для айпадов, погоду, в общем, всякую ненужную ерунду. Причем он на это не подписывался. Можно ли вернуть деньги? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Вопрос человек тоже, не оговаривал. Я понимаю, да. Вопрос тоже очень часто возникает в общении с людьми. Обращаются люди с подобными вопросами довольно-таки часто. Вы знаете, деньги не просто необходимо возмещать, но можно, а необходимо это делать. Но для этого необходимо обратиться с письменной претензией оператору связи, с чьего счета были списаны данные денежные средства.
Очень часто, к сожалению, пользователи, подписываясь на те или либо иные услуги, либо просто давая согласие на скачивание той или иной программы, они внимания не обращают на тот текст, который имеется к данной программе либо к данной услуге. Обычно там пишется, да, что... Даже шутка такая в интернете есть, что по статистике самые быстрые, быстрее всех читают именно россияне, потому что они пишут под соглашение, соглашение сразу же ставят галочку. Да, и, к сожалению, очень часто пользователи попадают в подобную ситуацию чисто из-за своей невнимательности. Поэтому уже я говорил и еще раз говорю, нужно просто быть внимательным. Русский человек читать. Очень доверчивый человек. Да нет, вы знаете, это проблема не только... Или ленивый человек. Это проблема не только в России, но по всему миру, на самом деле, есть такая проблема. Есть у нас еще один телефонный звонок. Примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я бы хотел спросить по поводу короткого номера. Отправь смс на короткий номер. Допустим, регистрация бесплатная. И отправить надо смс на короткий номер, где снимается сразу вся сумма. Сейчас идет новая тенденция. Допустим, ты зарегистрирован ВКонтакте, говорят, вас взломали. Для того, чтобы не твою страницу не заблокировали, опять надо отправить на короткий номер смс. Скажите, когда закончится эта эпопея с короткими номерами? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Спасибо за вопрос. Вы знаете, очень сложно сказать, когда она закончится. Подобного рода эпопея, я полагаю, что это довольно сложно сделать, в силу того, что подобные короткие номера есть во всем мире, эта услуга представляется всеми операторами сотовой связи. Неоднократно мы рассматривали заявления от пострадавших, в этих заявлениях участвовали подобные короткие номера. Когда начинаем проверять, на кого зарегистрирован данный номер, оказывается, что номер зарегистрирован на фирму, которая находится на Кипре, в Израиле, в Голландии, в Канаде, где угодно, но только не в Республике Коми, на самом деле. Поэтому довольно-таки сложно найти тех людей, которые регистрируют подобные фирмы и которые обманывают людей по всей России. Коллеги в Москве довольно-таки активно по этому поводу работают наши. В прошлом году две группы подобного рода задержали, которые занимались подобным родом мошенничествами. Но в любом случае, если вы стали жертвой таких мошенников, обращайтесь в полицию с заявлением. Ни одно заявление не выкидывается, все они регистрируются и все проверяются. Пусть мы не найдем сразу, мы отправим информацию коллегам, которые работают в Москве, в Питере, в других крупных городах, где подобного рода злоумышленники имеются. И эта информация в любом случае поможет раскрыть ту или иную сеть преступную, которая возникает. А по каким суммам можно писать уже заявление? Да, потому что если там 20-30 рублей, мне кажется, это шквал. Я понимаю, по любым суммам заявление можно писать, но естественно, что в возбуждении уголовного дела необходима какая-то минимальная сумма, которая составляет как минимум 2500 рублей. Для того, чтобы ущерб для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного потерпевшего, да, если человека обманули на такую сумму. Но в любом случае, если одно заявление, 2, 3, 100, 200 заявлений, в любом случае злоумышленник будет привлечен к ответственности. Рано или поздно. Сколько веревочки вится, конец все равно будет. Многие злоумышленники считают, что найти их невозможно в интернете, они глубоко заблуждаются, находим. Поэтому сказать о том, когда прекратится подобное деяние, я, к сожалению, не могу, это не моя компетенция. Если бы эти короткие номера были зарегистрированы на территории Республики Коми, естественно, мы бы этих злоумышленников нашли довольно-таки быстро. Но Израиль, Кипр, там работают коллеги из Интерпола, из местных правоохранительных органов. Взаимодействие с ними есть, налажено, но это не так быстро, к сожалению, происходит. Но в любом случае, если к вам приходят подобные сообщения, нужно опять-таки не паниковать, а просто почитать об этих номерах, о том, возможно ли заблокировать страницу ВКонтакте, либо ее восстановить при помощи короткого номера. На самом деле это невозможно. Заблокировать либо восстановить может только администрация социальной сети. Никаких платных смс они за это не требуют, сколько я знаю. Есть у нас еще один вопрос из народной студии. Послушаем. Женя. Вопрос есть, Катерина. Хочу сначала мнение озвучить. Пишет нам Ольга из Сыктывкара. Я постоянно совершаю покупки в интернет-магазинах. Пока никто не подводил. Единственный минус – нет бумаг, подтверждающих качество, и гарантий на товар тоже нет. А вопрос нам адресовал Вячеслав. Нашел модель нужной мне акустической гитары на одном из музыкальных сайтов. Списался, отправил деньги. Сайт свернулся. Теперь ни сайта, ни гитары, ни денег. Что делать?
Спасибо большое за вопрос. Наверное, тоже достаточно часто, да? Да, да, к сожалению, это достаточно часто. Особенно это касается северных городов Республики Коми. Подобного рода преступления совершаются. Потому что как к нам в простом доступе меньше товаров увозят, так? Из-за этого, наверное, да? Да, потому что вот если брать примеры Чеслава, то у нас, сколько я знаю, в городе лишь одна фирма занимается поставкой музыкального оборудования. Естественно, в крупных городах гораздо больше можно пойти, посмотреть, выбрать. Mm-hmm. Поэтому многие... Ценовая политика, опять-таки, там проще. Да, здесь можно сэкономить. Да. На это обычно люди покупаются. Тут два фактора. Да? Если мы берем северные города, там нет крупных сетей торговых, они покупают товар, именно бытовую технику, электронику покупают в интернете, потому что это выгоднее, чем ехать куда-то в Сыктывкар и покупать товары здесь. Ну и второй нюанс – это отсутствие большого количества предложений того или иного товара. В интернете можно купить фактически все, да, сделать довольно-таки легко, можно купить по всему миру, поэтому многие пользователи постепенно переходят на покупки в интернете. И, к сожалению, многие пользователи сталкиваются именно с теми случаями, когда они попадают на мошеннические интернет-магазины. К сожалению, таких магазинов довольно-таки много, они очень часто появляются, они также очень быстро исчезают. А как их определить как-то можно? Может, там, не знаю, какие-то шрифты особенные используются? Да, безусловно. Самая универсальная рекомендация, в очередной раз могу сказать, надо быть просто внимательнее. Ну, например, на что обращать внимание? Вы спец в этом, вам как бы... Но вы знаете, даже мне, как специалисту, который видел много мошеннических интернет-магазинов, иногда очень сложно определить, магазин мошеннический либо нет, сложно. В первую очередь, необходимо обратить внимание на наличие официальных реквизитов данного юридического лица либо предпринимателя. Это ИНН, это ОГРН. В разделе «Контактные данные» или там у нас? Наименование юридического лица, его фактический адрес, куда можно в случае написать претензию, да? Далее, наличие городских телефонов, не мобильных телефонов, ни каких-то способов связи по электронной почте, там, либо через форму обратной связи. Наличие городского телефона, наличие офиса. Это говорит о том, что магазин серьезный. Во вторую очередь, необходимо обратить внимание, давно ли этот магазин в сети интернет появился. Это тоже очень легко видно. Просто необходимо забить название магазина в любой поисковик. Ну и в третью очередь, необходимо обратить внимание на способы оплаты. Потому что мошеннические интернет-магазины обычно принимают оплату либо курьером наличным, либо банковским переводом незнамо куда, то есть это не карты, либо какие-либо виртуальные платежные системы. То есть это не банковские карты, это не касса в магазине, это подобные случаи. Ну и самое главное, необходимо не полениться, потратить 5, 6, 10, 20 минут времени и почитать отзывы о том или ином интернет-магазине. Почему? Потому что сами магазины же тоже сами себе отзывы делают. Даже специально обученные люди для этого есть, которые сидят и пишут. Да, но есть сообщество людей, есть сайты, на которых люди выкладывают свои негативные, очень часто отзывы о тех или иных фактах покупок, либо товаров, либо услуг в интернете. Потому что позитивные отзывы очень редко встречаются, на самом деле. Позитивные отзывы обычно встречаются как раз на сайтах этих магазинов. Угу. Негативные отзывы как раз встречаются в тех сообществах людей, которые... обмениваться своим негативным опытом, да, которых пытались обмануть, либо которых обманули. Потому что человек, если он купил, если он доволен своей покупкой, он не будет писать в интернете ничего фактически. Ему это ни к чему. Он пользуется своим товаром. Uh-huh. Если его обманули, естественно, он свою беду выложит в интернет, чтобы и другие люди не попались, и чтобы ему посоветовали, что сделать. Но основные предупреждения мы дали. Ну вот в случае, если уже случилось. Что делать? Необходимо обращаться с заявлением, на самом деле. Необходимо обращаться с заявлением в полицию, перекладывать переписку, перекладывать копии документов, подтверждающих платеж. Прям как скриншоты делать? Да, если сделать скриншоты, будет замечательно, нам будет легче. Опять-таки, это делать нужно чем быстрее, тем лучше, потому что магазины не висят годами, они держатся буквально 2-3 недели, они исчезают, к сожалению. Ну и будь внимательным, как всегда. Еще один телефонный звонок. Мы приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. У нас абсолютно нету закона по сохранению банковских вкладов. Кроме того, что если банк лопнет, то нам возвращают там какие-то 700 тысяч, вот как нам, обывателям, да? Вот. Теперь момент такой. Ну, я стал жертвой именно ограбления мошенническим путем, причем очень крупного нашего банка. Вот, но, понимаете, я не могу найти концов, кто этим занимается. Я обратился в прокуратуру и везде, да, но, я так понимаю, никто этим делом моим не занимается абсолютно. Мне пришли какие-то абсолютно
непонятные отписки с Пермского нашего как центра, который обслуживает именно банки по Республике Коми. Вот. Ну, ничего конкретного, кроме того, что я сам вроде как виноват, не получилось. На самом деле, все было довольно-таки просто. Когда картинка банковская была подменена мошенниками на свою, и потом для того, чтобы выйти из этой картинки, надо было просто нажать на кнопку «Выход». Я в это время, один из моих родственников в это время пытался заплатить за телефон, за стационарный, который дома, дважды нажали на выход, 200 тысяч как не бывало. Что вы хотите уточнить? Вопрос в чем заключается? Мы более-менее поняли вашу ситуацию. Вопрос мой такой. Отдел К такими делами занимается, к ним поступает. Но если я обращаюсь в полицию, обращаюсь в прокуратуру, то отдел К занимается такими делами или нет? Спасибо большое. Спасибо. По поводу, когда будет принят закон, сохраняющий банковские вклады, это не моя компетенция, к сожалению. Это компетенция Госдумы, вы можете туда обратиться. По поводу хищения с банковских карт, это, безусловно, компетенция отдела К. Мы занимаемся подобными делами, таких заявлений довольно-таки много. Мы их рассматриваем. В случае, если хищение совершено на территории Республики Коми, дела возбуждаются в Республике Коми. Если хищения произошли за пределами Коми, материал направляем своим коллегам, которые находятся в других регионах. Безусловно, вам стоит обратиться с заявлением в МВД Республики Коми. Но если уже обращались, получается, к вам это заявление уже должно было перейти? Ну, далеко не факт, на самом деле. Если обращались в прокуратуру, далеко не факт. Ну, здесь... А так как-нибудь напрямую к вам можно прийти? Или что-то можно прийти в любую дежурную часть и написать заявление. И все. Оно в любом случае приходит к нам, если это относится к нашей компетенции. В данном случае я не готов сказать, я не видел материалов. Вы можете прийти, просто принести материалы. Но ситуация мне знакома. У нас были подобные случаи, когда... Сайты-дубликаты такие, да? Когда люди попадали на так называемые фишинговые сайты, на сайт-дублеры. Злоумышленники специальным образом заражали специальным вирусом компьютер жертвы. При выходе на тот или иной онлайн-банк вы попадаете на сайт-дублер, который полностью копирует дизайн оригинального сайта. И, пользуясь сайтом-дублером как оригинальным сайтом, вы передаете злоумышленнику данные о своем имени для входа в систему онлайн-банкинга и также свой пароль. Пока вы находитесь на этом сайте, злоумышленники заходят на настоящий сайт и списывают все ваши деньги. Да, такие случаи были, мы им занимались. Могу сказать, что по тем заявлениям, которые были в прошлом году в Подмосковье, в ноябре месяце прошлого года была задержана целая группа злоумышленников нашими коллегами, которые как раз занимались именно вот созданием подобных сайтов и хищением денег. Что вы можете обратиться в любом случае. А как не просчитать такие сайты-дублеры, можно или это вообще не? Безусловно, нужно быть просто внимательным. Во-первых, необходимо пользоваться антивирусными программами и не посещать те сайты, где находится сомнительный контент, потому что обычно заражаются на подобными программами, которые перенаправляют вас на сайт-дублер, именно на сайтах с сомнительным контентом. То есть это с порнографией, с контрафактными какими-то программами, с музыкой, с фильмами, с какими-то картинками и так далее. И, безусловно, нужно пользоваться антивирусными системами и быть более внимательным. Еще один вопрос примем из народной студии. Женя уже давно ждет возможности озвучить вопрос. Слушаем. Да, к сожалению, наше время заканчивается. Последний вопрос озвучу. Пишет нам Юля. Бабуле начисляют пенсию на карточку пластиковую. Она ею пользоваться не умеет. А в банке предупредили, что отдавать ее никому нельзя. Теперь, чтобы платить за лекарства или квартиру, приходится по 2 часа ей находиться, 78-летней, торчать в банке, чтобы снимать со счета. В банкомат карточку совать боится. Подскажите, может, можно вернуть старую систему, когда деньги приносят на дом? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Опять-таки вопрос, да, не ко мне, безусловно. Но могу сказать одно, что уйти от карт мы уже никуда не уйдем. Все больше и больше людей будут пользоваться картами. И вернуть старую систему, я полагаю, уже не удастся никогда. Кроме того, есть возможность, наверное, внучке, которую писала, походить несколько раз с бабушкой. И вот... прямо показывать, и как делать, так? Ну, безусловно, внучке можно сходить с бабушкой один раз, до банкомата дойти, снять деньги, бабушке отдать наличные деньги, и бабушка будет платить в удобной ей форме, на самом деле. Но в любом случае нужно готовить своих родственников, особенно пожилых, что мы потихонечку переходим на безналичный расчет, на пластиковые карты. Деваться от этого некуда, это опыт всех стран, поэтому у нас это будет все более и более широко.
Еще один вопрос. Давно телезритель ждет возможности задать вопрос. Спасибо большое, что дождались. Слушаем. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. 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 Слушаем ваш вопрос. Вопрос. Швеция, Швейцария, США. Как, я имею в виду, поживает по карточкам, я имею в виду, по наличным деньгам. Лучше что брать? Ну, вы не понимаете. Да, хотя бы хотелось бы, да, более конкретный вопрос. Конкретный вопрос, пожалуйста, конкретный вопрос сейчас будет. Что лучше с собой взять, карточку или деньги? Понятно. При поездке в те страны, которые вы перечисляли, лучше взять наличные, спасибо большое за вопрос, или карточку. Ну, вот как бы, на самом деле, в чужой стране страшновато пользоваться карточкой, да, с одной стороны. С другой стороны, наличные тоже, особенно если достаточно большом количестве везти. Я считаю, что вот это личное мое мнение, что нужно взять одну карточку, на которой есть сумма определенная, и взять вторую карточку, на которой есть запасная сумма, и этой карточкой не пользоваться. Потому что всякое бывает, карточки блокируются по тем или иным причинам. Карточки теряются, карточки похищаются. Поэтому лучше взять одну карту, на которой есть та сумма, которая вам нужна, и вторую карту, на которой есть сумма поменьше, хотя бы на то, чтобы вернуться домой. А наличные деньги там не нужны в этих странах, это безусловно. То есть не готов сказать по поводу Швейцарии и США, не было там в Швеции. Везде можно заплатить карты, везде, даже за туалет. Это безусловно. Ну вот так получилось, что мы практически все вопросы у нас сводились к деньгам. Да, но к это сожалению. Все-таки не все преступления, нет, безусловно, не которые все, совершаются, безусловно, в интернете. Кроме того, есть и различные экстремистские сайты, да, да, там порнографии, чего только нет. Да. И вот так получилось, что очень активно пользуются и вот наши дети, то постарше, да, школьники, да, студенты, ладно, у них есть голова на плечах, да, они знают, куда стоит, не стоит, что они там могут идти. Школьников как-то вот ограничить. Безусловно. Так, объяснять им. Безусловно, да. Не то, что ограничить. Школьники в силу своего возраста не понимают во многом, что они делают в сети интернет. Поэтому необходимо для школьников и родителям, и учителям, но и нам, правоохранительным органам, донести, что можно делать в интернете, что делать нельзя. А это вы как-то доводите, как раз-таки у вас акция есть, да? Да, у нас, ну, да. Это не то, что акция. Мы работу мы проводим систематически уже в течение 3 лет. Сам лично хожу по школам и среди учеников старших классов веду беседы по поводу, что можно в интернете делать, что нельзя, что грозит, что бывает, чем грозит та или иная ответственность в жизни. Ну и сейчас в рамках акции мы эту работу поднимем на более высокий уровень. Во все школы будут переданы специальные разработанные листовки, буклеты по поводу, что можно делать в интернете, что нельзя, что делать. То есть, если... получается, случайно, точнее, ну, как бы, не прилагая к этому усилия, можно стать и преступником, да? Ну, то не то, что случайно, по незнанию, понятно, во многом по незнанию, да. Поэтому моя рекомендация родителям, сам как родитель, своего ребенка ограничиваю от излишней работы в интернете, от излишних сайтов. Или, поэтому, по крайней мере, под контролем. Держать, да, под контролем, пользоваться специальными программами, которые можно найти в интернете очень легко, программами так называемого родительского контроля, которые ограничивают как раз доступ к противоправному контенту. Угу. И самое главное – это постоянная работа родителей и учителей, безусловно. Не могу не задать этот вопрос, опять, да, вернусь к деньгам. Так. Опять-таки эти карточки. Очень частый способ, ну, в магазинах, в ресторанах. Ну, угу. У нас их, да, многие принимают оплату карточкой. Вот я дала эту карточку, официант ушел, да, да, куда-то, из поля моего зрения ушли. Я не знаю, что с этой карточкой делать. Да. Вот, могут же списать, да, что-то. Безусловно. Прикрыли, да, безусловно. На самом деле эта ситуация довольно-таки распространена, и она довольно-таки опасна. То есть... К сожалению, многие пользователи карт передают свою карту официантам, продавцам, иным лицам, не задумываясь о том, что те лица могут просто сделать копию карты. Таких случаев очень много. В России их не так много, в ряде стран огромное количество. Лучше с глаз своих не отпускать. Самый лучший вариант, да, карточку, чтобы карточка была постоянно у вас на глазах. Передо мной. Потому что терминал, для, да, того, чтобы злоумышленнику списать деньги с вашей карты в интернете, ему нужно сделать либо фотографию, либо ксерокопию вашей карты. Ему этого хватает, на самом деле. То есть не нужно не снимать никакой информации техническую, ничего иного. Если же злоумышленник может сделать копию той же самой магнитной полосы, он может снимать деньги уже в банкомате, даже не в интернете. Поэтому карту лучше всегда держать на руках. К карте необходимо относиться так же, как к своим... К своему кошельку. Да, к своему кошельку. Да, мы же не отдаем кошельки. Да, безусловно. Угу.
Сегодня мы узнали, как уберечься от виртуальных мошенников. На наши вопросы отвечал руководитель отдела по компьютерным преступлениям МВД Республики Коми Сергей Огородников. Спасибо большое, Сергей. Вам спасибо. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. Увидимся завтра. Ровно в полдень говорим о возможной альтернативе или дополнении к таблеткам. Лечение травами. Гость эфира – фитотерапевт Анатолий Худин. Телефон редакции 725-400 и электронный адрес нашей программы – случайсобака.гртк.ру.